Я всех приветствую. Пока у нас народ собирается, пожалуйста, поставьте плюсики. Видно меня, слышно меня, потому что вчера был эфир, и немножечко были такие накладки. Да. Хочу попрошу вас, если видно и слышно, просто секундочку. Сейчас я еще микрофончик, чтобы меня было лучше слышно. Да. Да, всем добрый вечер. О, нету звука, да? Так, сейчас я попробую. Так. Так, а сейчас? Так. Я сейчас звук есть? Так. Так. Пожалуйста. Да, просто поставьте плюсик. А, ну, вы же слышите, губы у меня шевелятся. То есть звука нет. А видео? А, окей. И почему же так? Так. Так, а сейчас да, что-то придется. Что же, почему же так у меня нет звука? Так, очень странно. Блин. Так. Даже не знаю, что делать. Угу. Так.
попробуйте выйти и снова. Попробуйте выйти и снова зайти. Ой, Людмила, спасибо большое. Видимо, какой-то... В принципе, хотите, можем все перейти на YouTube, но я там тогда не смогу вам показывать слайды. Так. Да. Как-то вот и вчера у меня не сложилось со звуком. Я даже не знаю, как лучше. А, да? Ой. Да, конечно, непонятно. А, понятно. Так. Тогда я сейчас, наверное, создам новую трансляцию. И так. Новую трансляцию на YouTube. И здесь оставлю ссылку для того, чтобы... Вы зашли на эту новую трансляцию. Я даже не знаю, как лучше сделать. Что ж такое? Так, ладно, тогда вот так. Пусть этот эфир пока идет. Угу. Вчера звук появился, но только после того, как мы перегрузили. Я заранее все сделала и почему-то не работает. Сейчас. Так.
Так. Я ссылочку в чат отправила. Попробуйте по ней перейти. Так, ну, в принципе. Так, ну, давайте тогда так. Раз у нас только YouTube, давайте тогда на YouTube. К сожалению, так получилось, что там не сработало. Жаль, что я здесь не могу вам показать картинки, которые я для вас подготовила. Но, тем не менее. Так, ну, давайте тогда, раз мы будем общаться в этом чате. Все вот видно и слышно хорошо. Да, прошу прощения у всех. Значит, надо делать вот эту трансляцию непосредственно перед началом, а не делать заранее. Так, ну, значит, что я хочу вам сказать. Пожалуйста, все, кто в чате сейчас присутствует, напишите, пожалуйста, что-то вы слышали, смотрели вот при подписке на видео о том, о чем рассказывал профессор Молдашев, как вообще, что это за такое, что за активизация ауры. Поставьте плюсики, если смотрели, чтобы мне понимать, насколько глубоко погружаться в рассказ об этом или коротко. Так, ну я рада, что мы хотя бы здесь смогли собраться. Так, ну, молодцы. Отлично, что вы смотрели, потому что все-таки я сейчас вам попробую вывести. Так, сделаю, сейчас открою, попробую презентацию открыть и вывести ее на экран. Так, сейчас одну секундочку. Так. Попробую, чтобы вам видно было. Угу. Все это она. Так. Сейчас. Так. Сейчас посмотрим, что у меня получится. Если получится видеть, показать вам. Ладно, девочки, не буду, в общем, ничего придумывать, не умею пока. Ну и так, ладно, начнем тогда без картинок. Значит, смотрите, так как я давно уже работаю с мыслеформами, я, конечно, вот решила попробовать активизировать ауру у себя именно с помощью мыслеформ. Мыслеформы – это такие специально разработанные молитвы. Молитвы, которые, ну вот мы молимся как-то абстрактно, знаете, молитвы, а мыслеформа – это некая просьба о чем-то конкретном. Ну, конечно, нужно уметь их составлять, обязательно нужно проверить безопасность, потому что вы сами понимаете, что вначале было слово, и словом можно и убить, словом можно и спасти, и словом, ну, то есть это действительно инструмент, и не каждый это может. Я не говорю, что это может, в принципе, каждый, но этому надо учиться. Когда-нибудь кто-то сталкивался с мыслеформами? Если сталкивались, поставьте, пожалуйста, по единичке. Ну, если не сталкивались, поставьте нолик. Значит, получается что? Что у нас активизация ауры проходит, да? То есть, как профессор говорит, прибавляется сил. Структурируется вода в организме. Вот та вода, бессмертие, вязкая вода, о которой Молдашев рассказывает в своем репортаже. И
с помощью мыслеформ, оказывается, это работает очень эффективно. Я, конечно, сама никогда не была, ну, не находилась в, вот в этом пространстве, которое профессор нам о чем рассказывает. Да, там я не была, не активизировала. Но когда я у себя активизировала ауру просто на общем уровне, я, конечно, была поражена тем результатом, который получила. То есть я даже не предполагала, что это будет настолько мощно и сильно. И поэтому сделала снимок ауры уже спустя какое-то время. Вот. И вот эти, то, что я увидела на фотографиях моей ауры, я, конечно, очень сильно изменилась. Вы даже можете на моем канале на YouTube посмотреть фотографии, какая я была буквально вот полгода назад и какая я стала. То есть вот эти все изменения произошли буквально, ну, за... Первый раз я вот эту информацию об активизации ауры получила 11 мая, я смотрела эту передачу. И вот стала активизировать. Вы, наверное, смотрели, и вот и на YouTube я выкладывала, и в Instagram отзывы тех, кто со мной вступили в эксперимент. Просто, видите, такая ситуация, что не каждый может записать про себя видео. Это немножко такой момент, который преодолеть вот это какой-то внутренний барьер не каждый может. Поэтому я сильно, ну, не настаиваю тех, кто... Вот, ну, кто проходил активизацию, отзывы тоже я выложила максимально, что было корректно выложить, потому что иногда у людей такие интимные вещи происходят, что, ну, их не совсем, ну, как бы это, неправильно их выкладывать, потому что это все-таки такая очень, очень тонкая вещь. Прибавляется энергии, прибавляется, меняется настроение. Что я могу еще сказать? Что резко сокращается количество часов на сон. То есть получается, что вы... Я не знаю, я вот по утрам стала просыпаться, просто открываются глаза, и все легко и просто. Какое-то удовольствие от жизни появилось. У меня даже иногда бывает такое состояние, когда, знаете, мне хочется... Как вот, я бы сама у себя спросила, ты чего покурила? Потому что настроение стало стабильно хорошим, ушли страхи. И в одном из репортажей своих вот передач Молдашев тоже говорит о том, что у него, как он говорит, уходят беды, уходят какие-то проблемы. Это совершенно так и есть. Действительно, уходят какие-то проблемы, уходят какие-то сложные ситуации. В общем, это действительно какая-то новая жизнь. Это чувствуешь вкус жизни. Вот раньше, допустим, я больше... Ну вот сколько прошли мы... Я уверена, что среди вас, наверное, тоже много таких, кто прошел уже миллион всяких тренингов, каких-то там по саморазвитию и само, там, не знаю, совершенствованию, по самоисцелению и само, там, не знаю, чего только мы себе не делали такого прекрасного и замечательного. И вот хочу сказать, что активизация ауры, она делает нас настоящими. Мы начинаем чувствовать свою связь с душой. И вот эта вот радость в жизни, вот это счастье, за которое мы так все стремимся и боремся за него. Знаете, даже борьба не нужна. Оно все складывается само собой. Очень жаль, что я не могу вам сегодня показать снимок моей ауры до и после. Но я вам постараюсь просто в двух словах описать, что было. То есть у меня аура была... Правда, снимок этот был 2011 года. Конечно, я очень много за это время отработала, что-то было сделано, но тем не менее у меня оказался такой снимок, с которым я хоть как-то могу сравнить свою ауру. И вот он был такой желто-зеленый, и чакры такие были небольшие. После того, как я активизировала ауру, она стала... абсолютно белого цвета, ну, немножко деформировано, видимо, не все вопросы я успела решить вот за 9-дневный срок активизации ауры. И она стала, вот знаете, вот как лампочка светится, она абсолютно белая, и по контуру такая с одной, с правой стороны зеленоватая, с левой такой желтоватый контур, и очень четко
видна чакра фиолетовая, вот эта вот наша сахасрара, таким прям потоком, ну, в общем, удивительные вещи, которые, ну, я даже сама не ожидала, если честно сказать, что такой будет эффект. Значит, что вот я хочу сказать, не буду тогда, раз так у нас здесь с презентацией получилось, не буду чересчур это все рассусоливать. Значит, что я вам хочу предложить сегодня? Я хочу вам предложить тоже провести сейчас активизацию ауры, просто на общем уровне. Расскажу сразу, что вот в первые дни активизации у меня проходило состояние такое, что по всему физическому телу какие-то болезненные состояния, видимо, там, где какие-то блоки остались, где-то в зубах что-то было, знаете, как какие-то, как волнами такая вот проходила энергия, прям как будто меня по клеточкам, по каким-то, по частичкам все перебрали. У некоторых проходит прям очень болезненно. И знаете, в основном это те люди, которые действительно очень сильно заполнены информацией по поводу вот этих вот саморазвития. Знаете, в чем там нюанс очень важный? Пожалуйста, сейчас прям внимательно послушайте, о чем я скажу. На тренингах, на самых разных, нас всегда учат, какими мы должны быть. И мы очень стараемся такими быть. Но зачастую мы такими, по сути, не являемся, а только кажемся. Мы убеждаем себя, что я там самая обаятельная, привлекательная. Я там сексуальная, обаятельная, женственная. У меня все хорошо, у меня все прекрасно. У меня прям все так замечательно. А на самом-то деле этого нет. И вот это вот, ну как сказать, ложь самой себе, самим себе, она, к сожалению, приводит вот к этой ломке. То есть после тренингов мы себя долго убеждали, какими мы должны быть, и пытались такими быть. Но это не наше настоящее состояние. Наше настоящее состояние – это тогда, когда мы можем и гневаться, можем плакать, можем радоваться, как дети. Просто быть сами собой, слышать свою душу, желание своей души. А мы, получается, вот сколько раз нам говорили, пожалуйста, слушайте себя. Принимайте решения, принимайте их от сердца, от души, а не от головы. Мы же зачастую принимаем их именно от головы. И вот этот момент, когда мы не можем себе позволить быть настоящими, вот тогда начинается при активизации ауры ломка, такая вот, ну, небольшая, вот так вот неприятно немножко, сложно проходит она. Но я сразу скажу, значит, с завтрашнего дня я планирую в группе провести активизацию ауры. Она будет длиться 9 дней. 9 дней мы будем проходить активизацию ауры на новом уровне. У каждого этот уровень будет свой. Вернее, не то чтобы свой, а вот для группы он будет индивидуальный. Вы сами знаете, что в такие группы собираются люди не случайные. И поэтому вот активизация ауры будет, на каких уровнях она будет проходить, в какой последовательности, я заранее сказать не могу. Это все будет у нас в процессе. Значит, сама технология будет такая. Мы проводим активизацию. Вы сутки наблюдаете за собой, даете мне обратную связь, и мы активизируем следующий уровень. И вот по истечении 9 дней, если у кого-то не наступит стабильно хорошее состояние, обычно стабильно хорошее состояние наступает уже где-то четвертый-пятый день. Уже стабильно хорошо. И уже даже в отзывах, ну вот в обратной связи уже, как правило, писать нечего. Уже говорят, да, все хорошо. Но кого-то ломает. Поэтому если кто-то будет в группе такой, кому будет, ну, потребуется дополнительная активизация, я никого не брошу и всех доведу до нормального состояния. Это может проходить у нас в виде вебинаров каждый вечер. Либо мы собираемся в группе в WhatsApp. Вы мне даете обратную связь, хотите видео, хотите аудио, хотите текстовое, как вам удобно, я не ограничиваю вас в самовыражении.
Вот. И я вам присылаю аудиосвязь, вы ее слушаете и вот так взаимодействуем в течение 9 дней. Это, в принципе, наверное, самый оптимальный метод. Вы в любой момент можете, где бы вы ни были, с телефона это прослушать. Мыслеформа одна, ну, максимум, может быть, 5 минут, потому что если какие-то сложные уровни будут, я буду рассказывать, о чем этот уровень, а сама мыслеформа, она в записи всего там меньше минуты. Вот, поэтому все-таки WhatsApp – это самый удобный способ. Активизация 9-дневная в группе будет стоить 3000 рублей. Если кому-то нужно индивидуально, пожалуйста, 4500 рублей за индивидуальную активизацию. Я вам сейчас в чате напишу свой телефон. Так. Вот, вы можете по этому номеру телефона на Сбербанк оплатить либо 3000, я включу вас в группу, либо 4500, работаем индивидуально. WhatsApp, найдете меня по этому телефону в WhatsApp, пришлете мне чек об оплате, я включаю вас в группу, и завтра в 8 часов вечера я пришлю уже первую мыслеформу. Вот. В общем, думайте, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, присылайте мне в чат. Ой, в чат, ну, WhatsApp. Ну, можете здесь в чате написать. В принципе, лучше пишите в WhatsApp, потому что я не всегда нахожусь у компьютера. Лучше в WhatsApp. И сейчас я хотела бы провести вам активизацию ауры на общем уровне. И хотела бы, чтобы вы поставили соточки в чат по 100, если вы готовы. Просто не люблю вот эти затянутые вебинары, когда очень долго все. У всех есть дела, у всех есть время. Поэтому заранее всем попросила посмотреть видео. И смотрю, что вы молодцы, все подготовились. Ну, вижу, что все работает. Тогда, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. И просто можете сесть, расслабиться, прикрыть глаза. Я произнесу мыслеформу и попрошу после этого, ну, немножечко потом помолчу, дам вам возможность прочувствовать вот эти вот ощущения, какие у вас пройдут. Тем более мы сейчас группой, а пусть у нас даже группа небольшая, неважно. В группе, как правило, работа идет гораздо интенсивней. И в связи с тем, что группа у нас, ну, то есть я это видео выложу, ну, в открытый доступ, поэтому уровень общий, который сработает на всех в общем, просто активизация ауры, которая даст силы, энергии. Вот, все, тогда поехали. Обращаюсь к Творцу-Создателю. Я есть Татьяна. Прошу объединенную силу линии жизни души, состоящей из последовательности цветов – красный, желтый, зеленый, синий и в центре белый – активизировать мою ауру. Ауру всех, кто смотрит сейчас это видео, в том числе в записи. И запустить программы жизни, любви, счастья, молодости, красоты, здоровья наивысшим, наилучшим образом для нас поистине Творца. И да будет так, ибо я есть, кто я есть. Я благодарю Создателя, благодарю Тебя, Дух мой, за то, что это уже произошло. И прошу Создателя освободить всех сущностей и духов, которые блокировали нашу ауру, и отправить их в отведенное им Богом пространство и время с любовью и благодарностью за их помощь в нашем эволюционном развитии, безусловной верой, любовью, надеждой и благодарностью. Благодарю, благодарю, благодарю.
Ну, тот, кто готов что-то написать в чат, что-то, если хочется написать, напишите. Пока вы пишете, я вам в двух словах скажу еще все-таки про цветы Баха. Это тоже такое мое любимое детище, которое работает с помощью мыслеформ. Не надо покупать эссенции дорогостоящие, а достаточно слушать мыслеформу. И как совсем недавно выяснилось, что ее тоже надо слушать, знаете, вот как пожелание, слушать несколько раз. Кто-то слушает достаточно одного раза, а кому-то нужно прослушать, ну, знаете, может, несколько дней вот, по желанию. И тоже очень хороший результат, очень хорошее состояние от ее работы. Поэтому, если у кого-то возникнет желание поучаствовать в моих вебинарах по цветам Баха, вот Наталья говорит, процесс пошел, зеваю, слезы пошли. Да, ну, видите, у каждого своя реакция. Вот. И по цветам Баха буду делать... Значит, вообще у меня такая на будущее программа. Каждый один раз в две недели буду запускать вот по средам цветы Баха на определенную тему. Вот следующая тема будет по цветам Баха. Неудачная любовь, обиды, какое-то непрощение. Знаете, у кого-то кто-то считает, что неудачно влюбился в кого-то, обижен на своего любимого. Что вот это вот состояние преодолеть, мы начнем с него. И это будет, сейчас я вам скажу, этот вебинар 26 июня. Стоить он будет 500 рублей. И хочу сказать, что... Мы там не обязательно, это будет один букет, один подбор. Это может быть несколько подборов. Ну, потому что все будет зависеть от того, какая группа соберется, какие будут у группы потребности. Вот, поэтому 26 июня будет цветы Баха на тему неудачной любви, обиды, вот это страх остаться одной. И 27 июня будет следующая группа по активизации ауры. Я соберу следующую. И вот так вот через две недели будут проходить вот эти мои мероприятия. Угу. Да, ну я вижу, что реакция у вас пошла. Я благодарю вас за доверие, за участие в моем вебинаре. Как-то у меня технически в этот раз почему-то не сложилось. Ну, думаю, что с каждым разом будет все лучше и лучше. Я работаю над этим. Всем благодарна за участие. Мой телефон +7 921 954 94 78. Пожалуйста, кому захочется дать обратную связь, пишите. Ну и те, кто готов завтра приступить к активизации ауры, присылайте чеки об оплате по номеру телефона Сбербанк, пожалуйста. Всем желаю хорошего вечера. И все, до новых встреч. Всем до свидания.